Вот уж действительно, вся наша жизнь – это выбор. И однажды оступившись, сделав неправильный выбор, можно изменить всю свою личную историю. Казалось бы, о вреде наркотиков знает каждый, и сознательно на такую жизнь себя обрекать никто не хочет. Но почему же ежегодно в России тысячи человек погибают от передозировки? Получается, самая первая наша общая задача – помочь человеку сделать верный выбор, устоять перед пристрастием, ломающим жизни. Слушают школьники, подростки. Самое что ни на есть подходящая аудитория. Это для них было важно принять участие в антинаркотической акции, прийти и на подведение итогов, где в очередной раз показывают альтернативы жизни в зависимости. Стараются районные творческие коллективы, песни, театрализованные постановки. Очень нужные и важные слова звучат со сцены, утверждают в правильном выборе члены антинаркотической комиссии, медицинские психологи. Вот сегодняшнее событие должно послужить для вас очень хорошим примером, как можно проводить свободное время и как можно бороться с этим злом. За такую хорошую работу в пользу здорового образа жизни участники акции, руководители коллективов получают заслуженные награды. Диплом в копилку – это еще одно напоминание, как важно объединяться вместе против наркотиков. Наталья Медведева, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».